Кошкинское интернет-телевидение. Мы спортсмены, гости, болельщики сегодняшнего турнира. Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем хоккейном турнире с шайбой. Этим турниром мы открываем зимний сезон и разыгрываем кубок главы района. Соревнования открываем гимном Российской Федерации. Равнение на флаг. Звучит гимн. Исполняющему обязанности главы района Макарову Юрию Дмитриевичу. Добрый день, уважаемые любители хоккея, спортсмены. Позвольте мне от администрации нашего района поприветствовать вас на втором по счету хоккейном турнире на приз главы. Сегодняшним летом мы пустили в строй очередную, 12-ю, многофункциональную спортивную площадку, на которой вы сегодня находитесь, и было принято решение именно здесь провести открытие сезона. Администрация района будет прилагать все усилия, чтобы в нашем районе таких площадок было в достаточном количестве. Ну а когда подведет погода, будем перемещаться в физкультурно-спортивный комплекс. Сегодня я хотел бы сказать отдельные слова благодарности в адрес хозяев, главы поселения Владимира Ивановича Зубова, ну и нашего инструктора, ветерана Владимира Алексеевича Железнова, которые сделали и приложили много усилий, чтобы сегодняшний турнир прошел на должном уровне. Я всем из присутствующих команд желаю только победы, пообщаться, набраться хорошего настроения, бодрости духа, ну и пусть в этом соревновании победит сильнейшим. Богу спасибо. Слово предоставляется председателю общественного совета Травину Алексею Ивановичу. Добрый день, уважаемые ребята. Добрый день. Вас всех с праздником! Открывается сезон хоккея с шайбой. И я присоединяюсь ко всем словам, что сказал здесь Юрий Дмитриевич. Действительно, в районе делается очень много для того, чтобы можно было где вам позаниматься по-настоящему. И в этом отношении к вам большая просьба. Активнее участвуйте. Потому что спорт – это сила, спорт – это воля. Кто-то из вас, возможно, станет и чемпионом. Россия, у нас уже есть такой пример, допустим, по лыжам и летим, Саша. Кто-то получит здоровье и крепко, как говорится, волю свою, укрепит свою волю. Поэтому всем вам удачи, успехов, пусть победит дружба. Всего доброго. Предоставляю слово хозяевам сегодняшнего турнира. Главе сельского поселения Шпановка Зубову Владимиру Ивановичу, который гостеприимно нас сегодня принимает на этой площадке. Уважаемые участники хоккейного турнира, нашей администрации выпало очень приятное событие, которое сегодня происходит на этой вновь построенной спортивной площадке. То, что сегодня открытие хоккейного сезона и розыгрыш кубка на приз главы района. Я приветствую всех участников хоккейного турнира. Желаю всем везения, удачи, ну а победу пусть одержит сильнейший. Приглашаю для приветствия спортсменов руководителя ветеранского отделения Самарской Федерации хоккея, инструктору по спорту и инициатору сегодняшнего мероприятия Железнову Владимиру Алексеевичу. Коллеги, друзья, вы знаете, что кубок главы района, это, как правило, значит, проходит под эгидой российской классики, на которой мы все, вот старшее поколение, воспитаны.
речки, дощатые коробки и прочие, как говорится, атрибутика, не связанная с космическим проявлением в этой форме. Поэтому желаю всем успеха, но форс-мажорные обстоятельства настолько закаляли. Мы из этих обстоятельств становились чемпионами мира, Олимпийских игр и так далее. Удачи всем! Уважаемые спортсмены, мне от лица руководителя комитета хочется сказать вам следующее. Сегодня вас всех здесь объединяет любовь к хоккею. Кто-то пришел сюда добиться результатов, районных соревнованиях, областных, кто-то укрепить свое здоровье, кто-то своим примером хочет показать, что хоккей нужен и привлечь больше молодежи к этому виду спорта, кто-то получить азарт, энергию от этой замечательной игры. Но главное, мне хочется, чтобы наши цели, ваши и наши, совпадали, и мы все это делали на благо района. Сегодня вы видите кубок, который мы разыгрываем. Также спортсмены, победители и призеры будут награждены денежными премиями. Порядок сегодняшних игр у нас. Играем мы 5 команд по олимпийской системе. Первая игра — Шпановка и Ермакова. Максимкина, Ермакова, я извиняюсь. Если что, сейчас уточним. Главный судья соревнований — Лазарев Владимир, который присутствует, можно все знать, поприветствовать. Судье попрошу обращаться только к капитанам. Для вас он заготовил все необходимые карточки, если будет какое-то нарушение. Уважаемые спортсмены, также для вас организовано в здании школы, в спортзале горячий питан. Ай-яй-яй, сейф! Оборудование жарко, как он там улетел. Такой черный или синий? Максимкин на поле. Проброс! Играй, дает, зачем вставать?